деньги не дали, мы ждем деньги. Трудовым мигрантам из Таджикистана, работающим на хлопководческом предприятии в Армавирской области Армении, не выплатили заработную плату. Пятеро таджикистанцев 7 марта собрались у здания правительства на площади республики в Ереване. Ну, они мы 10 человек не дали, где-то 15 тысяч долларов были. По словам мигрантов, хлопководческое предприятие бизнесмена Гагика Хачикяна задолжало им в целом около 15 тысяч долларов. Как рассказал трудовой мигрант Абдулло Хайрулла журналистам, семеро их товарищей, не дожидавшись денег, сумели выехать домой. А вот они, оставшиеся в Армении, без этих средств не могут вернуться к своим семьям. В руках таджикских демонстрантов плакат с требованием выплатить им заработанные деньги. «Мы работали с мая месяца, выращивали хлопок, работали до осени. Нам не заплатили», — говорит Хайрулло. Его поддержал товарищ, сказав, что им выплатили зарплату всего за 3 месяца, а теперь люди ждут своих денег, чтобы уехать на родину. «Мы ждем деньги, чтобы забрать, ехать домой, ну там семья там нас ждет, дети, внуки, все.